Привет, друзья! Привет! Добро пожаловать на наш семейный канал Funny Four! Сегодня мы хотим вам рассказать о необычной скамейке, которая стоит в нашем школьном дворе. Сонечка, что это за скамейка? Бадди Бенч. Бадди Бенч. Переводится «скамейка для друга». Эта скамейка стоит недалеко от игровой площадки, и она вот так зацементирована. Добротно все сделано. Рядом посадили деревце. Идея этой скамейки простая. Помочь детям, которые чувствуют себя одинокими или им грустно по какой-либо причине во время переменки. Или они новенькие в школе, и у них еще не появились друзья, или в этот момент их друзья отсутствуют в школе. По статистике, в США каждые 7 минут обижают какого-нибудь ребенка. Скамейка для друзей дает таким детям возможность побороть одиночество и помогает наладить дружбу между детьми на игровой площадке. Это правда? Да. А еще также на эту скамейку идут те дети, которые стесняются других детей, которые хотят найти друзей. Ну а для всех остальных детей, если они видят ребенка на этой скамейке, это сигнал, что нужно подойти к этому ребенку и помочь ему. И те дети, которые ответственные, они это делают. Дети, а вы знаете, что сейчас в США существует целое движение, которое называется Buddy Branch, скамейка для друга? Да! Слышали, да? А вы знаете, что идея такой скамейки пришла из Германии? Весной 2013 года ученик первого класса, начальник школы города Йорк, штата Пенсильвания, Кристиан Бакс, он изучал веб-сайт школы в Германии, потому что его семья должна была туда переехать. И он увидел на фото необычную скамейку. Вот такую. Эта скамейка стояла на игровой площадке в школе. Кристиан выяснил, что это такое. Ему понравилась эта идея. И Кристиану захотелось, чтобы и в его школе в США появилась тоже такая скамейка, потому что он-то знал, что есть такие дети, которые чувствуют себя одиноко на переменке, и эта скамейка положит конец этому. И мальчик рассказал об этом своему учителю и директору школы. И им эта идея очень понравилась. Но так как был конец учебного года, то директор пообещал Кристиану, что за лето он подберет подходящую скамейку и к осени поставит во дворе. Но так получилось, что Кристиан не уехал жить в Германию. Поэтому он сам помогал лично выбирать скамейку. Он выбрал цвет, выбрал, как она должна выглядеть. И когда скамейку эту доставили в школу, Кристиан вместе с директором устроил презентацию. И он на этой презентации рассказал, как нужно использовать эту скамейку. Он сказал три способа. Ребенок садится на скамейку, значит, кто-то должен подойти и предложить поиграть с ним. Второй способ. Кто-то должен подойти и пригласить пройтись и поговорить. И третий способ. Это помочь ребенку, которому одиноко и грустно. Нужно подойти, рядом с ним сесть и поговорить. И вы знаете, что же произошло дальше? Дети очень сильно полюбили эту скамейку. Местные газеты напечатали эту историю, и эта история дошла до NBC и до других известных медиа. Ну а мальчик Кристиан стал известен на всю страну. И это движение сейчас распространилось на всю страну. В каждом штате, в каждом городе есть начальные школы, в котором стоят вот такие скамейки для помощи маленьким детям. Этому мальчику очень нравится, что это движение распространилось на всю страну, и он мечтает, чтобы оно распространилось по всему миру. Движение Buddy Branch существует на благотворительные деньги. Богатые и небогатые люди или жертвуют деньги на эти цели, или покупают уже готовые скамейки и платят деньги за установку. Вот такая скамейка стоит около $1000, плюс установить ее, тут бетон залит, тоже деньги стоит. Вот, к примеру, статья в нашей общегородской школьной газете о том, что вот этот богатый мужчина Гас Джонсон, он фордовский дилер, подарил трем школам эти скамеечки такие вот. И он предложил еще присоединиться и другим к этой компании. Вот так выглядят эти скамеечки, их установят на игровых площадках в трех начальных школах. В первой школе установили уже в сентябре, в октябре установят во второй школе и в третьей в ноябре. И в этой газете небольшая статья, рассказывающая историю этих лавочек, скамеек. Мне лично самой очень нравится эта идея, потому что детей приучают быть неравнодушными к чужим проблемам и какому-то чужому горю. Дети, расскажите, как используется в вашей школе эта скамейка? На ней иногда сидит хоть один ребенок? Да, сидит. И кто им помогает? Я. Ты прям одна помогаешь? Ну, еще некоторые дети, только я больше всего. Скажи, это твоя инициатива подходить к ним или тебе поручили? Ну, мне поручили в своем классе это делать. Это такая работа общественная, да? Да, только когда мне учительница говорит. Тебе нравится это делать, подходить, помогать? Да!
Ну и что ты, когда подходишь, говоришь? Пойдем поиграем или просто садишься и начинаешь беседу вести? Ну, хочешь со мной поиграть, если он со мной пойдет поиграть, тогда мы играем. А если не хочет? Тогда следующий подходит и спрашивает, а что он хочет. Другой играть. Ребенок, а ты уходишь, да? Да. А можно просто сесть поговорить? Ну, можно. Но только это неинтересно, да? Да. Скажи, а бывают такие дети, которые не говорят по-английски, сидят, чтобы сели на такой скамейке? Тебе попадались такие? Не-а. Если ребенок только-только перешел в эту школу учиться, у него сразу появляются друзья или все-таки некоторое время у него проблемы? Нет, некоторое время у него проблемы. У некоторых. У некоторых. Хорошо. И многим помогает эта скамейка? Да! Серьезно работает, да? Да, 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 да! Скажи, а тебе когда-нибудь хотелось посидеть, чтобы к тебе подошли? А тебе приходил сеть на этой скамейке? Когда я пошла в школу, ее пока там еще не было. Киндергартен? А, да, ее поставили в конце киндергартена, да, весной. Поэтому к тому моменту у тебя уже появилось много друзей. Да. А ты знаешь, что если тебе скучно или грустно, что тебе могут помочь на этой скамейке? Ты знаешь об этом? Да. Бывает так, что ее используют просто, чтобы посидеть, а не для того, чтобы найти друга или чтобы тебе помогли? Да. И что за это бывает? Ничего. Разрешается, да, в принципе? Ну, не совсем, ну, иногда разрешается, когда учителя не видят. Дети, скажите, а вам нравится идея этой скамейки? Да. Да. Круто придумали, да? Да. Молодец, мальчик Кристиан. Дорогие наши зрители, которые посмотрели наше видео, пожалуйста, расскажите другим людям про такие скамейки. Может быть, вы поможете тем самым какому-нибудь ребенку. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... ставьте лайк! А чтобы не пропустить следующее видео... подписывайтесь на наш канал! И подписывайтесь на мой канал тоже! Да!